четверг в Беларуси будет тепло, но дождливо. Ожидается облачная погода с прояснениями. Утром столбик термометра остановится на отметке 8 градусов. Днем воздух прогреется до 15. Ветер подует юго-западный 4-9 метров в секунду. Местами возможны порывы и вовсе до 18. Объявлено желтое метеорологическое предупреждение. Пасмурная и дождливая погода будет аж до конца недели. С понедельника в прогнозах синоптиков солнце и без осадков. В среднем по стране термометры покажут 11-13 градусов. На США обрушились рекордно ранние снегопады. Серьезно от зимнего шторма пострадал штат Миннесота. Это привело к образованию пробок на дороге. Произошло свыше 1000 аварий, 48 ДТП с травмами. Из-за непогоды более 30 тысяч потребителей по всему штату остались без электричества. В международном аэропорту Миннеаполис-Сент-Пол накануне вечером зафиксировали 20 сантиметров белого покрова. А это рекорд сезона. Подобный снежный октябрь датируется лишь 1991. В Европе свирепствует шторм Барбара. Первыми под удар попали Португалия. Галия и Испания. Там объявили красные и оранжевые предупреждения. Стихия вызвала сильные ливни и мощные ветры. Здесь выкорчеваны деревья, повреждены линии электропередачи, снесены постройки. Барбара принесла ненастную погоду и в южные районы Великобритании. Синоптики предупредили о риске наводнений. Порывы ветра в прибрежных районах будут достигать 105 км в час. Завтра утром в Бобруйске будет пасмурно. Ожидается небольшой дождь и туман. К обеду из-под туч выглянет солнце. Ветер юго-западный с порывами до 8 метров в секунду. Днем за окном будет плюс 14, ночью до 9. Мария Бересневич, Максим Галеонко, Бобруйск 360.